благодарю. Черт, никогда таких следаков не видел. Если бы я был преступником, я бы вам добровольно в руки сдался. Антон, во-первых, давай на «ты». Да. Угу. Так просто удобнее. А во-вторых, спасибо тебе большое за комплимент, но я думала, что мы по другому вопросу. А, ну да, прости меня. Слава сказал, что ты занимаешься нашим расследованием. Ну вот я хотел узнать, там, какие у вас сдвижки, зацепки, как там у вас называется, не знаю. Ну, дело движется. Ну, послушай, я искренне сочувствую всем вам. Я понимаю, что погибли ваши родственники, и что это действительно серьезная трагедия. Но то, что ты ведешь собственное расследование, ты знаешь, это меня категорически не устраивает. Оставь это, пожалуйста, мне. Я действительно этим занимаюсь, чтобы ты не думал сейчас. Да, я понимаю, я верю. Я просто хочу помочь. Но для этого мне нужно понимать, каким образом я могу это сделать. Иногда лучшая помощь просто мешать. Слушай, Оля, ты меня, конечно, прости, но ни ты, ни твои люди, при большом моем уважении, никогда не узнаете про моих соседей то, что знаю я. Знаешь, мы жили как семья. У нас был очень дружный подъезд. И тем более сейчас я не собираюсь мешать. Я хочу помочь. Может, ты сядешь для начала на свое место? Не помешал? Нет. Хава, присоединяйся. Ключ мой не потерял еще? Стерегу днем и ночью. Спасибо. Слушай, Жень, заработать хочешь? Смотри, как. Если грабеж, то мне хватит с меня. Есть у меня одна вещица, очень ценная. За нее должны заплатить. Много. Очень много. Я готова поделиться. Подстраховать, что ли, надо? Да, хотелось бы, чтобы все прошло гладко. Твой кусок 20% от того, что мы получим. Половина. Ты оборзел? Какая еще половина? Слушай, Вера, если ты мне что-то предлагаешь, значит, это что-то опасное, что-то рискованное, так? По глазам вижу, что так. А я своей шкурой и свободой наряжу. Поэтому половины не меньше. У тебя ствол-то хоть есть? Найдется. Хорошо. В общем, не вдаваясь в подробности, кто-то, обладая определенной информацией, закрытой, пытался скопировать почерк нашего подрывника. Так зачем? Как ты думаешь, я? Послушай, я не враг. Я друг. Я просто хочу знать. Для меня это очень важно. Пойми. Ну хорошо, Слава, ты поручился. В общем, кто-то пытался скрыть следы убийства. Не все умерли от взрыва. В смысле? Среди убитых под завалами нашли труп человека с пулей в голове. А удалось выяснить, ну, кто кто этот человек с этим, с пулей в голове? Нет. Никаких документов, ни информации при нем не найдено. Вообще труп для нас какая-то сплошная загадка. Тем более, практически сразу приехала контрразведка и забрала его. Я пыталась что-то узнать, но мне сказали не задавать лишних вопросов. Охренеть. А контрразведка здесь при чем? Спроси что-нибудь полегче. Подождите, пожалуйста. Вам какой? 7-й. Ого. Застряли, что ли? Есть кто-нибудь? Мы застряли. Ау. Да не волнуйся вы так. У вас что, клаустрофобия? Нет. Просто опаздываю. Первое занятие нехорошо будет, если опоздаю. Вы репетитор? Да. Русский язык, литература. Готовлю детишек к ЕГЭ. Ну, нас выпустят, ау! Видимо, нет. Представляете, только сегодня смотрел ролик, как мужик застрял в лифте на 40 часов, без воды, без еды. Чуть с ума не сошел. Как бы нам не повторить его судьбу. Ну, с едой-то у нас все нормально. С голоду не побрел. Меня Кирилл зовут. Мария. Очень приятно. Очень приятно. Я недолго. Позовите, когда закончите. Что, не ожидали меня снова увидеть? Вы правы, Лера, это для меня сюрприз. Думали, меня уже нет живых. А я жива, как видите. Вы пропали внезапно, я не знала, что думать. Все ты знал, извращенец вонючий. Ты же сам подослал ко мне убийцу. А зря. Теперь он кормит червей. Это была моя ошибка. Он действовал сам по себе. Я не приказывал ему вас трогать. Он сам хотел завладеть вашими деньгами. Вы простите меня за это? Простить? Нет, ублюдок. Ну, кто же прощает такие вещи? Теперь ты заплатишь мне вдвое больше. $1 миллион. Дара. Заткнись и слушай. Мой человек только и ждет сигнала, чтобы опубликовать запись. Если со мной хоть что-нибудь случится, еще хотя бы одна попытка. Я клянусь, он это сделает. И тогда твою задницу уже ничего не спасет. Это понятно? Это инструкция для связи со мной. Сделаешь все так, как там написано. Я сообщу, где и когда произойдет обмен. Я все сделаю. Дайте время. Я соберу все деньги. Я хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда. По-хорошему, тебе бы яйца отрезать, козлина. Ну да мне пора. С вами приятно иметь дело. В Америку собрались? В смысле в Америку? Так это же дом консула Америки. За визой пришли? Не знаю, может и за визой. Поехали быстро. Я думал, мне показалось. Но за нами от самого посольства какой-то черный джип увязался. Твою мать. Командир, здесь поверни направо. Да не вопрос. Тихо, тихо, тихо. Не пали контору. Пусть думаю, что мы их не заметили. Так еще будет сказануть. Ты здесь кабака нигде не видела? Какой к черту кабак? Да ладно, ты расслабься. Давай, 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 давай. Слышь, командир, где у вас запасных? Давай, 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 показывай. Быстро они тебя на хвост упали. Это кто? Америкосы, что ли? Ага, из посольства. Не похоже ничего там на дипломатов. Скорее всего, спецы. Шпионы, мать их. Слушай, Вер, ты там чего, секрет Родин, что ли, продаешь? А ты догадливый. Ты что-то не понимаешь, Вер? Мне нужно знать, кому и что ты продаешь, иначе я срулю. Ясно? Срулишь. Найду другого. Не вопрос. Подожди. Я к нему сегодня ходила. Но там у них шишка большая. Зовут Патрик Фэрол Грин. Рот редкий. А это кто с ним? Девчонка знакомая. У нее работала. Ну, обыкновенный компромат. Что такой кипиш-то поднял? Дальше смотри. Только после того, как мы заберем деньги. Привет, Наташа. Соль не одолжишь? Привет. Заходи. Была в магазине, а соль забыла. Угу. Представляешь, я еще в лифте нашем застряла сегодня. 40 минут ждали, пока починят. Слушай, ужас какой. Да ничего страшного. Приключение какое-то. Там еще со мной мужчина в лифте застрял. Ну-ка. Ну, приятный такой школьный учитель. Ну, это судьба, не иначе. Да ладно. Ну, а чего? Кого только не сводят в лифте. Представляешь, он меня на свидание позвал. И? Даже не знаю. Идти нет. Ну, а что ты думал-то, Маш? Идти. Аньке что я скажу? Поймет она меня, думаешь? Ну, она взрослая. Поймет. Ой, а соль-то я забыла. Я тебе вот что скажу. У меня вот была подруга, она в такой же ситуации. Рано вдовела, познакомилась с мужчиной. Так она 2 года маялась, все никак не могла дочери сказать. Все думала тоже, вот, что не примет. И что в результате? Тише. Зря. Приняла. Еще как. Живут как родные. Так что давай, все будет хорошо. Не знаю. Не знаю. Спасибо. Давай. Сегодня у вас есть уникальная возможность поучаствовать в съемках настоящего фильма. Рада представить вам мою подругу Татьяну Зеленцову. Вот она как раз и занимается подбором артистов для съемок. Пожалуйста. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда, у нас не совсем фильм, это сериал. Он пойдет скоро на одном из центральных каналов, и уже этой осенью. А нам нужны актеры для массовых сцен. Поэтому, пожалуйста, милости просим с нами поработать. Массовка, я пас. О, молодой человек. Но я вам скажу, что в нашей профессии, как и в любой другой, надо начинать с малого. Потому что только тогда у вас появится шанс, чтобы заявить о себе. Скажите, пожалуйста, а какие роли нужно играть? Ну, роли, вы знаете, роли бывают разные. Но очень интересные, я бы даже сказала, многогранные. И да вам и заплатят за них. Ну не стесняйтесь. Ну, смелее, ребят, смелее говорю. Вы что, это же уникальная возможность. Так. Настоящая съемочная площадка. Это же уникальный шанс. Руки, 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 руки. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Прекрасно. Давай помогу. Нет, я сам. Слушай, Вадюх, у тебя сейчас вообще ничего не получится. Тебя никто не торопит. Ты можешь угомониться, ты устал уже. У меня получалось вчера и позавчера. Хорошо получалось, еще получится. Сейчас нужно прерваться уже. Ну... Все, давай прервемся, что все. Ну, давай, давай, хватит. Давай, давай, давай. Да отвали! Да что с ними не так? Да что? О, здорово. Ну чё, как вы? Не очень. Ты чё не очень? Нормально все? Тренировка сложная была, ничего боец справился. Вадюх, посидишь, мы потрещим. Да. Короче, есть новости, но про них нельзя никому трещать. Ну? Короче, под завалами нашли трупак с пулей в башке. И это точно не наш жилец. Кто это? Мутная тема. Им даже контрразведка заинтересовалась. То ли он шпион, то ли хрен знает. Шпион. Круто. Колись. Это ты его грохнула? Че ты молчишь? Я же все равно правду узнаю. Костя. Я, кажется, тебе вопрос задал. Ты ему пулю всадил. Ты отдвинул? Это вам. Мистер Грин просил передать. Где видеофайл? Может, я сначала деньги посчитаю? Сядь. Твою мать. Только не кричать. Где запись? Где все копии? Там в комнате компьютер. Где они? Я не понимаю, как это получилось, и, честно говоря, мне просто повезло. Слушай, это была чистая самооборона, и я же не похожа на киллера. А почему ты мне сразу об этом не сказала? А что это меняет? Меняет, еще как меняет. Если они один раз попытались это сделать, что им мешает еще раз это сделать? А я не позволю. Я имела в виду. Мы. Анют, я хотела с тобой обсудить кое-что. Это важно. Для меня важно. Я познакомилась с мужчиной, его зовут Кирилл. Чего? Да, слушай, пожалуйста, не перебивай. В общем, он пригласил меня сегодня вечером на свидание. Он просто друг. Понятно, просто друг. Чего-то не очень-то и по папе ты скучаешь. Может, ты не любила его совсем? Ты что такое говоришь? А? Конечно, любила. Просто так случилось, что папы больше нет. А мы есть. Ну и надо как-то дальше жить. Ну ты молодец. Времени зря не теряешь. Когда свадьба? Зачем ты так? Он просто пригласил меня на встречу, вот и все. Я очень прошу тебя. Отнесись к этому с пониманием, по-взрослому. Окей, мам, без проблем. Удачи тебе с твоим новым мужиком. Ку, здорово. Чемечек, скоро идешь? Сегодня нет. А ты с кем? Ну, Лысый, Кузе позвонили, там остальные подтянутся. Побухаем, пошизим как надо. А я смотрю, ты втянулся в движ, да? Так ты ведь втянул. Че, на следующей неделе в Питер на выезд, думаю. А учеба? Ой, да ну ее. Еще академ возьму, число, угар задрал все. Душа требует веселья. Сейчас вот не до нее. Люлик, ты дебил. У тебя сессия, тебе учиться осталось всего ничего. Ты что творишь? Че, меня учиться собрался, что ли? Малой, ну-ка, давай-ка, я со своими делами сам разберусь. Иди-ка, шмотки свои постирай, посуду помой, что еще там? Я тебе не няньку тут не нанимался. Давай-давай, погнал. А ты, наверное, считаешь меня сумасшедшей, потому что я ввязалась во все это, да? $1 000 000. Да. Представляешь? Я такие деньги только в кино видела. Многие за всю свою жизнь столько не заработают. Тебе-то нафига $1 000 000? Я детдому, скажи. Сейчас помогаю сиротам. Хочу, чтобы у них было все то, чего не было у меня. Своя квартира, условия, образование хорошее. Понимаешь? Просто шанс жить нормально. Поэтому я рискую. Но ты не обязан. Если ты откажешься, я пойму. Я задний включать не привык. Просто нам вдвоем-то не нравится. Нужен еще кто-то. Да? Угу. Кто, например? Антон? Ну, он же не подпишется. Он же честный. Да. А кто еще? Ну, есть у меня человечек. А это сейчас серьезно? Абсолютно. Кого же вы так похитили-то? За кого такой выкуп? Не важно. С ментами проблем не будет. Им нам нечего предъявить. Наше дело маленькое. Приехали, забрали деньги и уехали. Все. И все? И все. И сколько же я за этого получу? 50 000. Не рублей, понятно. На ремонтах такие бабки же не поднимешь, да? Черт, заманчиво. А точно проблем не будет? С законом нет. За остальное не ручаюсь. Решай сейчас. Че, я согласен. Ну, отлично. Человека мы нашли. Осталось только место подыскать. Лен, привет. О, привет, Сереж. Классно выглядишь. Спасибо. Ты тоже. Слушай, хорошо, что я тебя встретил. У меня есть к тебе одна маленькая, деликатная просьба. В общем, я решил сделать своей девушке предложение. Вау, я поздравляю. Спасибо. Тебя. Только знаешь, мне, в общем, я хочу выбрать кольцо, чтобы ей понравилось. Поможешь мне выбрать? Ну, я, честно говоря, не очень в украшениях разбираюсь. Мне все от бабушки досталось. Да это не важно. Мне просто нужно выбрать красивые. Я вот смотрю на них, они мне все кажутся красивыми. Ну ладно, только не завтра, а то меня позвали в сериал сниматься. Вау! Да ты у нас будущая звезда. Ну, не знаю. Надеюсь. Это все так волнительно. Первый раз, сам понимаешь. Че, все пришли? Кук, девочка, мальчик. Ну сколько? 11 человек. Мальчиков и девочек сколько? Мальчиков 8. С ума сошла, что ли? Да. Их 20 заказывали. Но я уже... Девочки убитые, понимаешь, не мальчики. А мальчики, это вообще другая тема. И регенерируется у тебя. Это тогда вообще, ну как бы, нетрадиционные вещи. Я уже всех обзвонила. На гриме? На гриме. Мальчиков под девочек делают, все. Здравствуйте. Здравствуйте, ты кто? Я Лена, я из актерской студии, я записывалась к вам на съемки. Из массовки, что ли? Ну и где нас носит? Пойдем, уже все на гриме давно сидят. Настя, к тебе тут жертва теракта еще одна пришла. Простите, пожалуйста, но мне бы хотелось как-то переговорить сначала с режиссером по поводу своей роли. Девочка, ты дурочка, что ли, или прикидываешься? Пойдем быстрее уже на грим. Пойдем, бегом. Ты что здесь? Да домой идти не хочу. Тебя ждала. С мамой поссорилась. Ну и что, что на свиданку сходила? Это же нормально. Твоя мама красивая женщина. Почему нет-то? Она папу предала, понимаешь? Ой. Я ее после этого видеть не хочу. Да ладно тебе. Я вообще считаю, что твое мнение неправильное, в этом нет ничего такого. Я бы так не поступила. На его могиле еще цветы не завяли, она уже мутит с кем-то. Я не ожидала от нее такой подлости. На что? Твоя мама до старости должна быть одна, что ли? Нет, ну согласись, не так же быстро. И ты это ешь? Ну да, а что, вкусно? Лёлик их постоянно покупает. А, кстати, где он? Да он как с экрана футбола шел, так я его и не видел. Втянулся в движуху, по моим стопам пошел. А ты и рад. Слушай, ну он хотя бы торговать перестал, и то хорошо. В наших кругах это не приветствуется. Кушай, ты чё, сейчас остынет. Добрый день, Вера. Деньги собрал? Да, был непрост, но вся сумма у меня. В твоих интересах, чтобы все прошло так, как надо. Ты меня услышал, Патрик? Да. Мне нужна гарантия. Гарантия? Да пошел ты. На рынке будешь торговаться, понял? Сделаешь так, как я сказала, иначе все узнают, кто ты есть на самом деле. Хорошо, но как я узнаю, что вы не будете дальше меня шантажировать? Я же не ты. Даю слово, ты платишь один раз, я обо всем забываю. Других гарантий быть не может. Окей. Вы приедете ко мне сейчас. Я к тебе? Нет, Патрик, играем по моим правилам. Это ты приедешь туда, куда я скажу, и приедешь один. Других гарантий быть не может. Пиши адрес. Окей. Ребята, а тут текст сразу дают? Или на площадке? Какой еще текст? Ну, там сценарии, реплики. У нас нет реплик. Мы же трупы. А, погоди, ты первый раз, что ли? Ну, да. Понятно. Так, что стоим? Мотор через 5 минут. Соберите мне все улики. Мне нужна каждая мелочь. Только так мы сможем понять, что здесь произошло. Что-то мне подсказывает, что это был теракт. Боюсь, ты прав, Борис. Но как преступнику удалось проникнуть в секретную лабораторию? Это нам предстоит выяснить. Стоп! Стоп! Труп, почему кричит? Девушка, как вас там? Жертва теракта. Вы что кричите? Вам сказали не дышать. Ну, я и не дышала, он мне просто на руку встал. Знаешь, спорит, а? Я говорю, мотор, значит, все умерли. Все актеры трупы. Все, на исходную. Трупы на исходную. Приготовились к дублю. Извините, пожалуйста. Эй, куда пошла? Лежать, девушка, лежать на исходную. Не кричите на меня, пожалуйста. Я не кричу на вас. Так куда пошла? Вот куда? Куда подальше. Настя! Так, а ты же должна была быть на съемках. Да, я ушла оттуда. Ушла? Почему? Да, знаешь, Сереж, не для меня это все. Не хочу я больше быть актрисой. Передумала. Да? Угу. Жаль. А, я, кстати, там отлично кольцо видела, как раз для помолвки. Где там? Угу. А, вот это, да, классное. Мне тоже нравится. Да, дорогое только. А это не страшно. Мне для нее ничего не жалко. Угу. Главное, чтобы ей понравилось. Повезло и с тобой. Не успели познакомиться, уже замуж зовешь. Ты вообще хорошо подумал? Сереж? Сереж, что с тобой? Я что-то не то сказала? Сереж? А, все нормально, все хорошо. Я люблю ее. И чувствую это. Мы должны быть вместе. Рубашку наденешь? Куда, на кофту? Я на работу устроилась. Серьезно? Угу. Ух ты, и куда? Ну, консультантом в салон сотовой связи. У меня сегодня вечерняя смена, часов до 12. Супер. Хорошо. Молодец. Про беременность сказала им? Слушай, ну как я могу им сказать про беременность, а? Меня же не возьмут. Да, возможно, ты права. Так. Ну и где это находится, откуда тебя забирать? А, не нужно. Тут совсем недалеко, а я сама. Мне так спокойней. Понимаешь? Мне удобнее так. Поэтому позвони мне, когда соберешься, хорошо? Угу. Пока. Да, здорово, Кусь. Че? Сильно? В какой травме? Понял, еду. Где он? Все! Все! Хватит, все! Кто? Быки местные, в баре. Бошку бутылкой разбили, наваляли еще не слабо. Зачем? Да он сам полез. Я пытался снять, но ему же по барабану. Он в кашу вообще в ауте. Врубил Кинг-Конга и попер. Ну, мне наваляли. Братишка, здорово, смотри, что эти твари со мной сделали, ты представляешь? Куш, ты их запомнил? Сейчас поехали, накажем, мы их сейчас прямо врываем. Накажем, все, всем позвоним завтра. Как завтра? А сейчас что, эти твари? А сейчас надо домой поехать отдохнуть. А завтра накажем? Обещаю. Угу. Я, между прочим, тебя уже полчаса жду. Будь добра, больше не опаздывай. Паспорт с собой? Да. Давай. Вот. Копию сниму, заберешь на охране. Ага. Так, тут все, что тебе понадобится. Вода в туалете. В общем, разберешься сама. Между прочим, я так и думал, что не надеюсь. Здравствуй, Аня. Анют, познакомься, пожалуйста. Это Кирилл. Я про него тебе рассказывала. Ну что стоишь? Иди сюда. Ну, характер у нее. Ты проходи в комнату, а мы сейчас. Ну чего? Чего ты устраиваешь? Ничего. Ань, ты куда? Подожди. Аня! Убежала. Это из-за меня, да? Прости, пожалуйста. Я не знала, что так выйдет. Командир, а где у вас салон сотовой связи? Закрыт уже. Торговый центр до 11 работает. Да как так закрыто? Не должен быть. Слушай, у меня там девчонка работает. Сегодня первый день как устроилась. Нет тут никого. Все закрыто. Че, разминули, что ли? Братан, вспомни. Ну красивая девка такая, молодая, кореглазая, Наташей звать. Она? Угу. Привет. Привет. А ты... А сколько время? Много. Это не похоже на салон сотовой связи. Ну да, не похоже. Ты будешь все устроить? Устроилась. Ты почему-то меня соврала? Просто не хотела тебе говорить. Ну это так, на время. Ну к тому же, какие-никакие деньги. А это что такое? Это еще одна подработка. В смысле? Я перевожу текст с французского. Охренеть. Ты че? Ты че, меня французский знаешь? Знаю. Учила в Минске в институте. Подожди. Так ты что, хочешь сказать, что у тебя высшее образование есть? У меня, между прочим, красный диплом. С ума сойти. Ты что-то по специальности не работаешь? Работаю, вот. Да не про это. Так официально на полный рабочий. Я пробовала, меня не берут. Чума, французский. Подожди. Так, может, ну, к чертям это место. Сиди дома да переводи спокойно. Ну, я хочу. К тому же лишние деньги нам не помешают. Особенно сейчас. Один сумка у него. Главное, чтобы это была та самая сумка. Держал в руках? А ты не такой простой белорусский крестьянин. А чё лошара-то представлялся? Тогда ведь правда была на вашей стороне, так ведь? Да. Ладно, короче. Я за бабку, ты прикрываешь. Вера остается здесь, сечет всю поляну. Только бабки окажутся у меня, прыгаешь в машину и забираешь нас обоих. Ты все время на связи, понял? Всем все ясно. Тогда погнали. Американский. Принес? Выкатал. Конь в пальто. Деньги принес? Где Вера? Она должна быть здесь. А пришел я, прикинь. Маня, гони быстрее. Нет. У меня договор с Верой. Я вас не знаю. Что ты не врубаешься? Я тебя сейчас на ремне буду резать. Стой, где стоишь? Бросай нож. Тихо, 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 спокойно. Я сказал, бросай нож. Волыну убери. Отойди от меня. Ты ничего не получишь. Давай, вставай, делай свою работу. Быстрее, бегом, в ту сторону, быстро. Ну, что теперь делать? Домой сейчас нельзя. Едем к моему корешу на квартиру, наверное, там отсидимся. Твою мать! Это же они нас взорвали. Этому козлу нужны были гарантии. А какие еще могут быть гарантии? Твоя смерть. Вот именно. Взрыв произошел как раз после того, как я... Ты понял? И как только они убедились в том, что их план сорвался, они просто решили все похоронить одним махом к чертям собачьим. Да ну фиг его знает. 100%. Теперь они не остановятся, пока не уберут меня. А теперь и вас.